там ошибешься, ты не ошибешься, ну, привезешь, не привезешь, там, забьешь, не забьешь, и так далее. Нужно выходить, получать удовольствие. Потому что все, работа уже была. Сейчас нужно получать удовольствие. Это разумная предосторожность, с моей точки зрения. Разумная предосторожность? Разумная предосторожность. От чего? От 0,5? Это разумная предосторожность. Слушайте, вы меня не объявляете сторонником Станислава Саламовича, я им не являюсь. Просто на данный момент, с моей точки зрения, он сделал все разумно. Я совершенно не удивлюсь 0,5. И повторю, я не буду очень расстроен. Сборная свой чемпионат выиграла, повторяю, раз 18. Понял, спасибо большое. А статуэтка фарт поможет, Станислав Черчесов? Статуэтка какая? Фарта. Ему подарили вчера на пресс-конференции. Да, я не такую красивую статуэтку. Нет, статуэтка, в этой ситуации статуэтка ему не помогает, потому что статуэтка, она недвижимая. Он ее с собой может в карман положить. Не думаю, что это поможет. Да нет, повторяю, единственное, что может нам помочь, это ощущение, что мы просто получаем удовольствие. Мы стремимся доставить удовольствие в первую очередь себе. Вот игрок в футбол. Я считаю, что я уже говорил, что сборная свой чемпионат мира уже выиграла. То есть вот эти вот выигранные два матча, это вот то, что она могла сделать по максимуму. Поражение от Испании хоть 0-5, неважно совершенно. Испания – это топ-команда, одна из двух-трех лучших команд мира. У нас хорошая команда, результаты получилась приличная, она может сыграть как угодно. Я получу в любом случае сегодня удовольствие. Что должно произойти, чтобы вы завершили свою колонку не просить Станислава Саламовича, а ты просто космос Стас? Нет, ты просто космос Стас я вряд ли напишу. Не потому что я там, у меня может быть будет, если сборная совершенно неожиданным образом выиграю, то Испания, я буду ликовать, я там могу еще 200 раз сказать извините, простите, был неправ и так далее. Но это просто там не очень лексикон, это просто космос Стас. Но суть этого, конечно, я как-то постараюсь отразить. На ваш взгляд, вы сказали, что ожидаете, ну, я очень хочу, чтобы сборная играла. Это вот, смотрите, я все время веду, у нас просто, когда учился в ГИТИСе, наш мастер, вот после того, как мы готовились, к экзамену, перед выходом, он говорит, побезответственней. Что имелось в виду? Чтобы, ну, хватит, не нужно думать, вспомнишь текст, не вспомнишь. Так и здесь, не нужно думать, там ошибешься, ты не ошибешься, не привезешь, там, забьешь, не забьешь, и так далее. Нужно выходить, получать удовольствие. Потому что все, работа уже была, сейчас нужно получать удовольствие. Я не думаю, что сборная может дойти очень далеко. Нет, я не думаю. Вот сейчас этот матч можно выиграть только на основе того, что сборная будет получать удовольствие, а не будет придерживаться жесткой тактической схемы. И, насколько я знаю, сейчас три защитника, Станислав Саламович. Три центральных? Ну, это, нет, я это имею в виду. Три центральных он играет. Вы знаете, как ни странно, я это поддерживаю. То есть это разумная предосторожность, с моей точки зрения. Разумная предосторожность? Разумная предосторожность. А от чего? От 0,5? Это разумное. Слушайте, вы меня не объявляете сторонником Станислава Саламовича, я им не являюсь. Просто на данный момент, с моей точки зрения, он сделал все разумно. Я совершенно не удивлюсь 0,5. Повторю, я не буду очень расстроен. Сборная свой чемпионат выиграла, повторяю, раз 18.